Стать кадетом непросто. Жизнь ученика в форме отличается от жизни обычного школьника. Ведь помимо уроков они осваивают азы строевой и военной подготовки и учатся обращаться с оружием. Ученики кадетских классов Заволжской школы номер 72 выбором учебы довольны. В знак этого ребята приняли присягу. На торжественной церемонии они дали клятву быть верными кадетскому братству и родине. Но кроме хорошей учебы и знаний устава, настоящий кадет должен разбираться в бальных танцах и этикете. Для этого школьники облачаются в свои парадные мундиры, приглашают прекрасных дам и танцуют вальс. Ежегодный бал, приуроченный ко Дню защитника Отечества, в школе проходит уже в четвертый раз. Больше сотни юношей и девушек демонстрировали чувство ритма, грациозность и выправку. Для ребят это отличная возможность отвлечься от учебы и пообщаться со сверстниками. Оценивать мастерство кадетов были приглашены представители управления Росгвардии, МЧС и НПО «Марс». Кстати, каждый год выбирают короля и королеву бала. В этом году ими стали Антон Зубков и Диана Беделяева. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.